Всем привет, друзья! В эфире очередной выпуск Tech Stream Show от видеопорталов Ferrum.com и Androidische Reviews, в котором вы узнаете самые интересные новости из мира IT за прошедшую неделю. Начнем с компании Asus, которая начала продажи планшета Vivo Tab Note 8. Устройство было представлено на выставке CES 2014 и получило 8-дюймовый экран с разрешением HD, процессор Intel Atom, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, 5-мегапиксельную камеру и слот для microSD. Работает гаджет на операционной системе Windows 8.1 с предустановленными пакетами Microsoft Office, включающие полноценные версии Word, PowerPoint, Excel и OneNote. Фишкой планшета является стилус, идущий в комплекте. Изготавливает его компания Wacom, известная своими наработками в данной области. Стоимость девайса в магазине Microsoft Store составляет $330. Теперь перейдем к компании HP, которая представила коробочки Chromebooks. Устройство обладает 4 портами USB 3.0, разъемом HDMI и DisplayPort. Сердцем устройства выступает процессор Intel Core i7 4-го поколения. Работает все это чудо на операционной системе Chrome OS, а в продажу поступит весной этого года в различных цветах и с ценником $179 США. Компания Google стала второй по стоимости в США, уступив лишь Apple. Курс акций набирает рост. Все это еще раз показывает, насколько важную роль играют информационные технологии на американском рынке. Google, благодаря своему поисковому движку, стала ведущей компанией по продаже рекламы, что неудивительно. Аналитики в ближайшие пару лет предвещают укрепление позиций компании на рынке. В предыдущем выпуске я уже упоминал о новом флагмане компании Sony – Xperia Z2 или Sirius. На этой неделе стало известно об особенностях камеры, установленной в смартфоне. Так она получит разрешение 27 мегапикселей и сможет снимать видео с разрешением 4K или Ultra HD. Само приложение камеры будет переработано и улучшено. Добавятся новые режимы и дополнительные настройки. Что касается обычной записи, то флагман сможет писать видео с разрешением Full HD с частотой смены в кадре в равной 60. Эти могут похвастаться немногие. Напоминаю, что смартфон будет представлен публике на выставке MWC. Компания ARM объявила о скором выходе нового процессора Cortex A17, который будет представлен как для смартфонов, так и для смарт-телевизоров. Процессор выполнен по 28-му техпроцессу, использует архитектуру Big Little и оснащен графикой Mali T720, поддерживающим OpenGL 3.0. Компания обещает 60% прирост производительности по сравнению с Cortex A9. В массовое производство процессора поступит не ранее второй половины этого года. Компания Oppo добавила в сеть интересный тизер, в котором засветилась дата анонса нового флагмана – Find 7. По данной информации можно предположить, что смартфон дебютирует 19 марта в Пекине. Что касается характеристик, то они следующие. 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560 на 1440, плотность составляет 538 ppi. Экран выполнен по технологии Super Screen 2.0, что по заявлению компании подарит новые ощущения пользователям, даже в перчатках и дождевых условиях. Другие характеристики тщательно скрываются компанией, поэтому остается только ждать, благо ожидать осталось недолго. Компания LG зарегистрировала торговую марку G3. Это означает скорое появление нового флагмана. По слухам, смартфон будет оборудован дисплеем с неизвестной диагональю, но с разрешением 2К, 16-мегапиксельной камерой. Процессор Qualcomm будет заменен на процессор собственного производства, который получит название LG Odin. Смартфон получится очень компактным, как и LG G2. Будут ли кнопки располагаться на задней панели, также пока остается загадкой. Компания Sony придумала оригинальную упаковку для водонепроницаемого MP3 плеера W273. Устройство помещается в бутылку с водой, которую можно приобрести в автоматах фитнес-центров и клубах. На данный момент акция действует только в Новой Зеландии, но в скорое время должна появиться по всему миру. Напомню, что плеер можно погружать в воду на глубину 2 метров, только пресной воды. Также устройство поддерживает революционный способ зарядки, благодаря которому 3-минутная зарядка обеспечивает 1 час прослушивания треков. Китайский гигант Huawei готовит новый смартфон и процессор. Модель Ascend D3 получит 8-ядерный процессор собственного производства High Silicon с тактовой частотой 1,8 ГГц. Процессор построен на архитектуре ARM Big Little, что дает возможность работы одновременно только 4 ядрам. Другие же 4 ядра остаются для выполнения менее ресурсоемких задач. Также ожидается, что в устройстве будет установлен 16-мегапиксельный сенсор, а толщина устройства составит 6,3 мм.
Компания Microsoft решила добавить новый аксессуар для приставки Xbox One. Пульт дистанционного управления под названием Xbox One Media. Страничка была случайно опубликована на сайте крупнейшего онлайн-магазина Amazon, после чего была удалена, но в сети сохранился скриншот, на котором указано, что пульт поступит в продажу уже 4 марта, а стоимость составит $23 США. One Media обладает набором кнопок, благодаря которым пользователь сможет полностью управлять своей игровой консолью, а также телевизионными программами. Ну что же, хорошо, когда компания заботится о пользователях и дополняет и без того хорошую консоль дополнительным оборудованием. А на этом у меня все. Не забывайте подписываться на каналы Ferrum.com и Androidische Reviews по ссылкам в описании и комментировать это видео. Спасибо за просмотр, всем удачи!